Привет всем! Ом Тваме Саршатшина Пурна Саршатшина Дишакти Матадши Шина Диви Нама. Шина. Зажигаем заново. Стелящий дым. Стелящий. Так. Да, кстати, короче, что там? Про никотина воняет. Я же не курю. Наискосок так. Капец. Ну что, начинаем суп кушать. Полукривой капец. Угу. Суп. Гречневая. Со спинкой. Куриная. Офигенно. Кстати, ум и эго, так и пес в голове. Кстати, накрутки, да. А то как борется с накрутками? Пишите. Мне бывает мысли войдешь и капец. И просто вообще в шоке в каком-то. Мне же хлеб. Во-во-во. Многие пишут, ой, я Саню убил, ага, убил, но, или типа, Саня не стал, сейчас меня дуло здесь, ну все. Я одинаково ем, чем при Сане, что даст, что Саня, что без Сани. Полили там я грязь уже. А, пускай поливаю. Дома я знаю, какой я есть. Капец. Вот такой да пол. В аварийном доме, бля.
собака, короче, нормально. Бегает. Подрастал, короче. Я уже. Сейчас как год. Месяц и 6 дней. Я уже месяц. Таня уже земля. Лежит. Все, он уже ушел. Там где-то. Ну все. Бэ. Забыл. Круче отдает. Капец. Спиночки. Да. Я буду писать. О, тебе деньги только. У меня спинки хватает. Но я рад, что тебе деньги хватает на краба. Кто желает рекламу 2000, ой, 2500. Где? Я колебал это дергание. Ну да. Забить еще меня. Наверное, тик. То, что мне надо идти. К нервологу. Что я как муха дергаю головой. И что она. Колеса. Я вот раньше думал, ну почему я не могу почувствовать, как другой чувствует всех. То-то. Оказывается, нет. Бог сделал, чтобы это, чтобы такого не было, чтобы мы друг другу не навредили. Не. Говорят, это можно. Почувствуй, а ты будешь любить сердце. Ой, думай сердце. Ладно. Так он прикинул к музыку. О, нифига себе. Тебя круче, чем меня. И начал там. Фига себе в нем выстраиваю.
Вот это вот дергание. У меня шея перегибает бы. Капец. Останется четко, ничего не болит. Постоянно были перепалки. То ролик. Вот это вот сейчас семья. Кого-то еще хуже. Я кость проглотил. Капец. Это полный капец. Да. И тут всех обнадежил. Да. Кстати, сколько в Ютубе получали люди, столько на заводе не заработали. Ну там месяц. Да, я насниму. Не, я угорал. Человек-миллионер в Ютубе, а ему говорят, иди работай. Капец, блин. А ты сам пошел бы на работу, которого ты пишешь? Что ты в Ютубе миллионер. Что процента нет. Просто от зависти пишут. Типа. Я в Калове. Он с роликом ходит. А что? А кто тебе мешает? Взять и идти. И снимать. Боишься? Ну, бойся сам. Дальше. Левуат, вы стримеры сидите. Ну, посиди. Посиди. Я тебя полносила. Всякую шнягу тебе пишут. Насколько тебя психика выдержит. А ты на... психанешь и больше туда не зайдешь. А мне там что-то так и не пишут.
Иди работаем. Такой большой сидишь. Тебе не заходи. Мне надо показать, какой я. Беззавидливый. Показывай. Куда? Психологи говорят, что нормальный человек не будет заходить и писать ерунду, если у него ничего не случилось. Это человек, которого что-то достало. Он решил оторваться на блогера. Я сижу, я ж крутой, меня никто не видит. Только ваша. Типа стоит бояться. И я быдло, Вася. Такая очень. Так, ладно. Давай тут вышел. Коты прыгнут. Дай приду. В руки помою утром. Сейчас прыгнут. Пожарку построит. Рама-рама. Я выключу точно. Танька, всем пока.